началась перестрелка, прям такая уже более большая уже перестрелка. Все, мы с товарищами начали отходить, потому что видели то, что уже не выносим. Отходить начали, где-то через 50 метров был ранен снайпером в спину. Я упал, лежал. Ну, я все видел, вот, все наблюдал за всеми, но я не мог шевелиться. Смотрю, ко мне роты бежит сержант. Подбегали здесь, садятся, вот, но я лежал с дерева. Они побежали, сели. Они начали вытаскивать мне боеприпасы с патронами. Я говорю, помогите мне. Они молчат. Я говорю, уколите, хотя бы укол. Больно будет сильно. Они побежали дальше, даже не оказали помощи. Как фамилия и звание ротного? Вот звание ротного — капитан Шестаков. И с ним был сержант Никитин. Все, они убежали. Где-то через полтора часа был выстрел у меня очередь сделана в колено. Я притворился мертвым. Настала тишина, я где-то пролежал еще часа два. И пополз до окопа. Еще я в этот окоп упал. Или как заполз туда, вот, в самую глубь. Там лежало два спальника. И баул. Я баул достал, там вода была, попил. Все, двумя спальниками укрылся. И лежал все это время. Потом нашли меня. Через часов 4-5 нашли меня украинские военные. Нам вот все наговаривают, и сказки здесь. Живут такие же простые граждане, какие вот мы. И нас отправляют бомбить частные, вот, мирные жительные города, которые вообще ничего не делали. Нас идут как мясо, да, сюда вот, чтобы мы бомбили вот жирные, мирные города. И потерь нас уже много здесь. И здесь никаких фашистов нет.